2015 году праздновался юбилей всемирно известного архитектора, визионера, философа Фредерика Кизлера с мировой известностью, которого фактически называют Леонардом да Винчи 20 века. Он своими взглядами творческими и своим нетрадиционным отношением к вообще к вопросам формирования архитектуры, он открыл так называемое современное футуристическое направление в архитектуре, то, которое мы видим с вами сейчас. Очень много материалов и его конспектов неразгаданных, и было принято решение его семьей создать мировой фонд его наследия. И Одесса, так как Черновцы – это город, который сформирован на семи холмах, считается городом ведической архитектуры по видению Кизлера, Одесса – седьмой город. Так что счастливое число, и мы решили провести именно вот седьмую такую передвижную выставку в Одессе, еще и по очень важному событию, потому что этот год, 2018 год, это год всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. А Одесса готовится, вы знаете, имеет великолепный культурный потенциал, готовится войти, пополнить мировое наследие, поэтому мы вот решили такую провести акцию здесь.